Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю нарядный кекс на основе тыквенного пюре и шоколадного теста. В таком интересном сочетании выпечка получается с мраморным разрезом. Для этого теста нужно выкладывать особым образом. Кекс получается очень мягкий, ароматный, структура невероятно нежная. Он буквально тает во рту. И что важно, характерного запаха и вкуса тыквы он не имеет, что мне особо нравится в тыквенных десертах. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Первым делом приготовим тесто на основе тыквы. Тыквенное пюре я приготовила заранее, ссылку оставила в описании под видео. В миску вбиваем 2 яйца, добавляем сахар, взбиваем до пышной пены. Сначала на медленных оборотах миксера, затем чуть добавляем скорость. Сахар должен растаять. Добавляем растительное масло, тыквенное пюре. Перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто. Перемешиваем. Чтобы тыква не так отчетливо чувствовалась в тесте, я добавляю цедру одного среднего апельсина. Если вы любите тыкву, можно готовить без цедры. Вот такой структуры получилось тесто. Перекладываю его в кондитерский мешок. Теперь займемся шоколадным тестом. В миске взбиваем одно яйцо и сахар до пышной пены. Вводим растительное масло, кефир, перемешиваем, мука, какао и разрыхлитель. Снова перемешиваю. Вот такое насыщенное, ароматное шоколадное тесто получилось. Перекладываем его в кондитерский мешок. В качестве формы я использую кондитерское кольцо, диаметр 18 см. Можно использовать любую другую форму. Застилаю дно фольгой. Теперь формируем кекс. Полосами выкладываю тесто. Можно выкладывать с помощью обычной ложки, просто чередуя слои. На тыквенное тесто я выкладываю шоколадное и наоборот. Теперь формируем рисунок внутри с помощью деревянной шпажки. Вводим от краев к центру и наоборот. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 175 градусов. Выпекаем до сухой шпажки. У меня время выпечки заняло больше 1 часа. У меня кекс чуть поднялся и лопнул посерединке. Чтобы такого не повторялось, прежде чем отправлять в духовку, накройте кекс фольгой и сделайте 4-5 дырочек шпажкой. Тогда он будет подниматься более равномерно. Я просто побоялась упустить момент, когда будет готов кекс. Даю ему немного остыть и вынимаю из формы. Срезаю верхушку. Готовый кекс можно присыпать сахарной пудрой. Я буду украшать шоколадной глазурью. Для этого смешиваем шоколад и сливочное масло. Растапливаем в микроволновой печи, либо на водяной бане. Вот такой структуры получилась глазурь. Поливаем кекс. На этом этапе у меня села батарея, но я думаю, процесс вам понятен. Глазурь густая, не растекается, с ней очень легко работать. Можно сделать подтеки. Готовому кексу можно дать настояться, а можно кушать сразу. Давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри.
Каждый нарезаемый ломтик кекса имеет свой уникальный рисунок. Очень красиво и необычно получается. На вкус мне очень понравилось сочетание шоколадной глазури и легкой цитрусовой нотки. Такой кекс можно подавать к празднику. Выглядит нарядно и очень-очень вкусно. Я уверена, мало кто может остаться равнодушным к такому шикарному внешнему виду и вкусу. Выпечка получается очень мягкой, насыщенной и вкусной. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!